Слышали новость? В Москве прошел чемпионат шлепков по попе, а в Липецке родился зеброид. Мы подготовили для вас 5 новостей, которые можно обсудить за чашечкой утреннего кофе. А теперь объясняю, что такое зеброид. Это смесь зебры и осла, и оно родилось в зоопарке Липецкой области. Такой странный звереныш в России не один. В московском цирке, например, работает смесь зебры и коня. Ну окей, это зеброид. А если скрестить кого-то с андатрой, получится андроид? Напоминаю всем, кто использует Photoshop только чтобы грудь подтянуть и попу увеличить. Вообще-то, эту программу можно использовать весьма креативным образом. Серьезно? В Питере есть художник, который с помощью Photoshop превращает свой родной город в фантастический фильм. Там полицейские ездят на медведе, а по городу ходят гигантские воробьи и голуби. Это Питер, детка. Я с вами полностью согласен. В России прошло состязание, которое приятно не только смотреть, но и слушать. Это чемпионат шлепков по попе. Угадайте, а что в это время делали парни, которые там находились? Они тоже участвовали в чемпионате шлепков по плечам. Ремня бы им за такое. Хотя это будет очередная тренировка. Гениально. А сейчас будут кадры, которые слабонервным лучше не смотреть. В Севастополе недавно случился мощнейший ливень, который превратил город в своего рода русскую Венецию. И все бы ничего, но только вот машины вместе с людьми начали сносить потоки воды. Так один мальчишка попал бы под колеса легковушки, если бы не очевидцы. Это водитель троллейбуса и пассажир маршрутки. Бросьте мою шляпу в воздух. Это честь для меня. А это видео растопит даже самое черствое сердце. Недавно в России вышел новый сериал, где у главного героя нет рук и ног. И по сюжету ему ставят протезы, и парень становится полноценным членом общества. Нечто подобное, только в животном мире, происходит в Новосибирске. Там живет кот, который отморозил себе все 4 лапы. Но нашелся местный врач, который смастерил для кота протезы. Надеюсь, что это даст ему шанс на новую жизнь. Аплодисменты.